минут назад. А то тут а, вы видели, что случилось атаковать. С Крисом и с командой Мистера Биста? Да, да, нам на прошлом стриме сказали. Нам то, что он говорили. Поменял пол и ушел из семьи. Ушел прям? Или просто поменял? Типа две женщины и ребенок? Да. А вот не знаю. Или трансгендер и ребенок. Или нет, трансгендер, тоже. Жена и ребенок. А не знаю, вот этот нюанс я не знаю. Вот. А только ушел ли он или не ушел? А вдруг он просто поменял и остался? Ну кто знает. Просто говорит, блин, ну хочу вот ходить вот так в юбке. Хочу краситься в юбке. Он ходить. Там же на гормональное пошел. Да? Вот. Он не говорил, разверстал или нет. А, так может они все вместе живут? Да, это ты сама додумала. Ты, может, и про гормональную терапию, может, тоже додумали. Нет, тут это писал в чате. Может, он даже чувак просто юбку надел поприкалываться перед женой. Она его сняла такая, и все-таки: а, смотрите, он уходит от жены, смотрите, он пол поменял, вот мразь. А вот непонятно. Пишет, ушел. А, е-мое, ну я не знаю. Ну я тоже не знаю. Я не знаю про это, где-то, где новости посмотреть. А, кто-то пишет, что что-то там в новом ролике было. Это не в ролике было про Криса. Про Криса это была какая-то информация в интернете. Нам в чате рассказали. Ой, ну да, в прошлый раз, прошлыми словами. Если спасибо. Я пол поменяю, что будешь делать? Как ты отнесешься к этому? Ну, вот я такой раз, вот внезапно. Ну, это смотри. Не будет внезапно. Ты, скорее всего, не будешь рассказывать это все, мы с тобой проговорим. Нет, вот я такой, слушай, вот я независимо от тебя, вот насмотрелся всяких видосов, да, там, и так замотивировался, мне так понравилось это. И я такой прихожу к тебе и говорю: Алина, блин, я хочу пол поменять. Ну, я скажу, ты точно уверен в своем решении? Говорю, да, ты же назад не сможешь это все вернуть. Уверен. Ну ты вот походи, посмотри, какая-то операция там делается, посмотри там про риски, возможно, вот про вот это. И что, вот если все. Посмотрят, скажут, ну давай, делай. Ну нет, я буду стараться тебе как-то, чтобы ты там это подумал. Ну ладно, я подумал, типа, я подумал и решил дальше все-таки, что ты скажешь. Ну, давай, делай. Ну нет, ну как я с тобой разведусь? Не, почему я разведись, скажу. Надо говорить на своем настаивать. Говорит, нет, не делать! Нет, ни в коем случае. А чем я это обосную? Я же не знаю, по какой причине ты хочешь сменить. Как? Ну, потому что мне это не нравится. А почему тебе не нравилось, это понравилось? Нет, тебе, к примеру. Мне нравится, да? А ты говоришь, а мне не нравится, как причина? Ну, или тебе нравится? Нет, я тебя любым люблю. Ну, типа, неважно. Даже женщины? Ух ты, ну, я не знаю, не могу представить. Спасибо. Ну, в смысле? Види, привет, спасибо. Спасибо. Спасибо, что ведете стримы и пилите видосы. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Здоровья пожалуйста, вам пожалуйста. Не, ну, серьезно. Ну, что? Ну, я не знаю, а как? Ну, а как вот я? Вот я все, я никак. Ничего, я буду с тобой разговаривать, просто чтобы ты как-то вот понял, насколько ты серьезен. Я говорю, я серьезен. Я серьезный. Вот такой прям вот сижу, говорю, все, я точно. Ну я же не могу решил. Себя там давить и ставить какие-то шантажи тоже, это неправильно. Нет, что ты будешь делать? Если один из супругов сменит пол, то они разведутся, если в стране запрещены однополые браки. Подожди. А если. А вот, кстати, не знаю. Брак заключался между мужчиной и женщиной, например. А если кто-то сменил пол, то получается как? Брак уже становится недействительным? Или... Чего недействительным? Ты же паспорт не поменял. Запрещены браки, то есть ты не можешь жениться. А если ты уже женат, ты в процессе? Ну, и если ты паспорт не менял? Ты же не женишься. Ты наверное, же нет. Таким. Наверное, не нужно разводиться. А я думаю, я знаешь, знаю. Как пол меняет? Просто типа, вот как там Корейка поначалу. Просто такая, я женщина и все. Вот ходит такой, я женщина. И ничего не делает. Просто, ну, типа, я считаю себя женщиной. И, ну, не отрезает там писюндр, да? Так она ж, он же потом... Ходит с писюндром. Типа, совсем его там захотело сильно, ему там все максимально изменений. А Корейка отрезал себе писюн или нет? Или он только там груди себе накачал и все вот это наделал там? А кто знает? Нос сделал, губы сделал. А что, он сделал. Показывал, что ли? Он мне писюн показывал. Не показывал. Он показывал, я сам видел. Ладно, слушай, давай уже, наверное, смотреть. Уже 18 минут трендим. Ладно. Погнали, а тут какие-то темы. Отрезал, все пишут, отрезал. А вы что, видели? Ну, он так может, сказал. Он сказал, что отрезал. А он показывал? Он показывал место? Операционное поле, так сказать. Есть сливы, сказали, есть сливы. Сливы могут быть дипфейки. Ну, кто знает, как в пятерке был дипфейк, я тоже видела такой. Да. Он полностью пол сменил, отрезал, получается. Пишут, да, отрезал. И кто-то поставил грустную скобочку. Чему-то. Мне как-то все равно. Я бы грустную скобочку не ставила. Нет, знаешь, когда человек говорит, он сам сказал, это не проф. То есть я могу сказать что угодно, понимаешь? Да, это Масленников не проф. Масленников говорит, что постанова не снимает. Ладно. Ладно, ладно. Ну, типа, понимаешь? А нужны пруфы. Вот если пруфы есть, тогда все. Тогда вопросов нет. Хорошо. Нужны пруфы. Причем же такие железобетонные, как у Стаса. Ладно, хорошо, все, давай из этого. Прям жесткие пруфы нужны. Вот. Так. Нет, так у него же есть этот, как его там зовут, Хилми этот.
Ну, типа, аж постоянный там его... Постоянно кто? Это же вроде просто друг. Ну, что ж ты знаешь, друг там или не друг? Блин, ну я что-то как-то видел, что-то какие-то интервью. И что? Не знаю, откуда это. Ну, кто же ты знаешь? Откуда ты смотрел? Я смотрел кучу интервью с Корейкой. Ой, я откуда-то видел какие-то интервью. Откуда-то. Я случайно, короче, сидел, и мне YouTube в глаз упал. Ролик случайно. Само порекомендовала. Само упало. Это я, нет, не я. Конечно, конечно. Вадим, а если Алина захочет пол сменить? Я скажу, ты чё? Ты чё? Лишайся интернета, я забираю весь телефон, и давай-ка передумывай. Такие наказания, как у школьника? Все. А на гречку на колени поставишь? И тебе негде будет смотреть на эту ерунду, и ты не сможешь. Вот так и сделаю.